На турецком курорте Бодрум неизвестный открыл огонь по отдыхающим и персоналу гостиницы. Один человек погиб, трое ранены. В украинском МИДе сообщают, украинцев среди пострадавших нет. Злоумышленник начал стрелять на территории пляжных клубов. На тот момент там находилось около 400 человек. Преступника поймать не удалось. Известно, что он скрылся на автомобиле. В полиции склоняются к версии, что мотив нападения – криминальные разборки. И пока не квалифицируют произошедшее как теракт.